Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Юрган» в прямом эфире, программа «Случай из практики», и я Екатерина Борш. Активные спортивные занятия, в частности танцы, отлично влияют на здоровье человека. Причем совершенно не важно, какой танец это будет. Внимание уделяется тому, что все это движение, а вот активные они или медленные, это уходит на второй план. Сегодня мы говорим о преимуществах трех направлений – народные, восточные и современные танцы. Представлю гостей нашей студии. Елена Харченко, преподаватель народно-сценического танца Республиканской гимназии искусств. Добрый день. Добрый день. Александра Киселева, педагог-хореограф. Она сегодня у нас представляет восточные танцы. Здравствуйте. Здравствуйте. И Анатолий Киреев, руководитель студии современного танца Республиканского центра дополнительного образования. Добрый день. Добрый день. Сразу напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами гостям, пожалуйста, обращайтесь. Также не забывайте, что у нас есть ICQ. Номер будете видеть внизу экрана, пишите и туда, с удовольствием озвучу ваши вопросы. Может быть, вы когда-то занимались каким-то из танцев, расскажите об этом, нам очень интересно это, что участвуете в нашем эфире. Первое, что я хотела спросить, нашим телезрителям, я думаю, понятно, каждый из вас какое направление представляет. Насколько активны дети? Приходят, не приходят заниматься? Я предполагаю, что современными танцами наверняка да, а вот народные. Приходят дети. Их приходит не очень много, учитывая, что я преподаватель специализированного заведения гимназии искусств, где детей мы подготавливаем к дальнейшей профессии артист ансамбля народного танца. Но дети есть хорошие, и наши выпускники замечательные, уже украшают такой коллектив, как государственный ансамбль песни и танца Республики Коми «Асякэ». Мы всегда рады новым детям, рады детям, увлеченным танцами, особенно народными. Народный танец – это душа человека, и без желания выразить свои чувства, эмоции, наверное, нельзя передать народный танец, потому что это не физкультура, а это выше, чем просто набор движений. Поэтому народный танец – это душа человека. Каждый человек имеет свои корни, а мы занимаемся танцами разных народов. Поэтому заниматься интересно, а результат мы показываем в наших концертных программах и номерах. И не могу, да, не сделать как бы приглашение зрителям. Сейчас у нас состоятся государственные экзамены именно по народным танцам 22 апреля в концертном зале гимназии искусств, куда вход свободный. И все желающие, которые как бы хотят увидеть, чем мы занимаемся, могут прийти и посмотреть на наших выпускников. Александра, я не думаю, что восточные танцы могут тоже обойтись без души, например. Тоже же душа там нужна, так ведь? Тоже душа, не только конечно, движение. В любом танце. В первую очередь душа. Мы же как танцуем? Мы танцуем душой. Мы в танце показываем то, что мы хотим выразить в танце. Те слова, которые мы хотим сказать зрителю, мы выражаем это движением. Поэтому восточный танец... Но к вашему направлению, вот есть рвение у детей? Хотят, у идут? Детей, конечно, все же хотят принцессами быть, шахерезадами, одеть вот эти вот монетки, побренчать. Поэтому детей, девочек приходит очень много. Да, Анатолий, мне кажется, или вам немножечко вот проще доказать, что вот к вам-то точно идут, да? Ну, не то, что проще, я соглашусь со всеми. На мой взгляд, здесь особый интерес представляет именно тот факт, что, например, взять народный танец, взять хип-хоп. Народных танцев много есть, да, различной народности. В хип-хопе существует тоже много разных стилей, и для каждого стиля, для каждой народности, да, существует своя энергетика и своя подача. Вот в этом вот раскрытии каждой энергетики и каждой подачи, и вот и в этом, мне кажется, весь вкус и есть для ребенка. То есть, если бы он танцевал все время с одной подачей, да, как-то, ну, танцует, а педагог тут, мне кажется, должен предлагать ему постоянно новые образы какие-то, да, вот здесь там жестко, здесь мягко, здесь утонченно, здесь грациозно должны сделать. То есть, вот здесь вот этот еще актерский момент нужен тоже. Дети в целом, конечно, хотят заниматься сегодня танцами, и многое зависит, прежде всего, от педагога, который эти танцы преподает. Сможете ли заинтересовать? Конечно. Можно сегодня абсолютно любым танцем заинтересовать ребенка. И народным, и классическим, и восточным, и современным, каким угодно, любым. Лишь бы было желание у педагога заинтересовать ребенка. Ребенок втянется. Должен. Да. Втянуть его в эту игру, во все вот это вот. А вы не устаете сами? Вот? И для того, чтобы зажигать других, нужно гореть самому. И вот а мы тоже подпитываемся. Да. Кем? Детьми. Детьми. Это же вообще такое энергетическое. Это же батарейки.
Занятие закончилось, они ушли, и ты чувствуешь, что ты сегодня сделал шаг какой-то вперед, их куда-то продвинул, да, но в смысле того, что они подросли за сегодняшние занятия, и у тебя чтобы удовлетворение. Лучше получается, и на завтра ты готов еще больше им дать, и вот это растет. Обмен энергии идет. Да, если как бы учащиеся показывают результат, то педагог чувствует удовлетворение. Кураж. Если как бы ребенок не способен как бы выразить то, что преподаватель хотел, да, преподаватель чувствует себя тоже как бы немного удрученно и анализирует, а что надо сделать, чтобы результат был лучше. И учащиеся, они как бы тоже воспитываются на работах, которые ты им предлагаешь, они растут на этом, и вкус как бы их тоже растет, ну и результат как бы будет зависеть от взаимной работы. Учитель-ученик и только вот понимание, да, друг друга, вот это взаимодействие и энергетическое тоже, как личности, да, дает результат в конце работы. Ну вот говорят, что дети талантливы во всем. И главное уметь найти вот эту ниточку, которой надо помочь развиваться ребенку. Есть неталантливый, ладно, уберем это слово в сторону, есть самое главное желание у ребенка. Ну и что он неталантливый, ну что он никогда не будет танцевать так же, как вот, ну, Маша вот стоит, она природная танцовщица, но он хочет. И наш, когда и мы должны все равно такие дети обычно добиваются большего, да, которые живут, нежели те, которые имеют один хорошие раз попробовал, не понравилось. Да, ну, природные данные. Мне кажется, здесь еще нужно затронуть вопрос о том, какого уровня хочет ребенок и его родитель достичь. То есть, если мы говорим, например, о муниципальном уровне, то есть мой ребенок ходит, занимается в коллектив, скажем, муниципального уровня. Ему не надо особо там быть суперкрутым танцором. Ему нравится, это главное, да? Если амбиции ребенка, амбиции родителя, и тем более амбиции педагога выводят на, скажем, российский или вообще там, европейский, зарубежный уровень, то там, конечно же, есть тот момент, что способности, но если ребенок способный и не хочет развиваться, он не будет развиваться. Вот он станет наиболее. Видите, как бы у нас, да, я буду говорить о гимназии искусств. Мы детей стараемся брать, конечно, с природными данными, но детей с такими хорошими природными данными приходит очень мало. Да, и в основном они обладают средними данными, которые мы должны развить. И учитывая, что мы детей готовим для большой сцены, для театра, оперы, балета, да, Республики Коми, для государственного ансамбля, то мы как бы стремимся к классическому такому варианту, где вот это вот совершенство тела, совершенство души, да, будет собрано в едино. То есть танец – это совершенство природы и артистизма, то есть движения, исполненные в хорошем эмоциональном порыве. Да, вот так. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, а хотела спросить, а правда ли, что танцы восточные полезны для женского здоровья? Спасибо большое. Да, хорошо. Да. Я думаю, что любые танцы, конечно, полезны для здоровья. И именно вот когда я работаю в фитнес-центре здоровья, в первую очередь я делаю упор на то, что танец – это всегда здоровье. Какой бы ребенок ни пришел заниматься, да, или женщина, это здоровье. Прежде всего, она двигается, а женский танец живота – это испокон веков танцуют женщины для улучшения своего здоровья, для родоспоможения. Да. То есть это очень полезно. Это именно тот танец, самый здоровый танец. А если говорить о ваших направлениях в контексте, что легче, что сложнее? Можно как-то сказать, что, например, хип-хоп все выучат, а народный никому? Или наоборот? Все требует очень больших. Единственное, что я хочу сказать, наверное, все-таки классический танец. Вот, например, если хип-хопом можно прийти заниматься, начать в 18 лет. Классический танец, мне кажется, здесь требует начала занятий, наверное, с 5 до 7 лет. Ну, практика показывает, что возраст – это 10 лет, когда рекомендуют начинать заниматься классическим танцем. Позже уже как бы сложнее, организм постепенно начинает для души можно заниматься в любом возрасте. Я еще раз говорю, что я 16 лет начала заниматься, встала к станку, до этого вообще не танцевала, я рисовала. Но есть в истории балета личности такие, которые начинали заниматься в 16-18 лет и достигли мирового уровня. Асаф Мессерер, да, Гедемин Старанда тоже очень поздно начал заниматься. Поэтому если природа человека хороша и стремление покорять сцену именно балетную, танцевальную, нет преград.
То есть человек способен на много. А преграды, как бы говорят, в развитии своем и в физическом, да, вот совершенстве, когда мы говорим о танцах, это только вот в голове, когда ты вот что-то себе запрещаешь и говоришь, что я не могу. Наверное, надо вот говорить, что я могу, да, вот сегодня я что могу для себя сделать, чтобы быть лучше, красивее. Да, нет границ. И поэтому, когда вот дети приходят к тебе, не занимаются, они устают, они очень сильно устают, бывают как бы после изнурительных нагрузок, да, когда концерта, подготовка к каким-то мероприятиям, и ты должен им как бы дать энергию, поверить в себя, почувствовать, да, что нет предела совершенства. Тем более, как бы зная, что те, которые у нас занимаются, они это дело любят. Вот без любви к этому искусству, да, вот в зале балетном делать нечего. И поэтому, то есть, надо подбодрить вовремя, да, и, конечно, дети стараются слышать педагога. Мне кажется, вот любовь к искусству танца, она делает чудеса, и вот это вот излучение, да, как бы... А любовь к танцу, из чего она складывается? Складывается, из чего начинается? Может быть, родители должны быть танцующими или любящими? Нет, не обязательно. Не вот я говорю лично на своем примере, могу сказать, что занимаюсь танцами с 5 или 6 лет. Папа мой имеет техническое образование, мама тоже техническая, может, в семье никого, как бы, и никто, как бы, вроде бы не танцевал. Как вот это так вот так тебя? Педагог, да, я сейчас скажу, как бы, огромное спасибо, как бы, своим первым педагогам, и вот Иван Иванович Рассоленко, один из педагогов, который мне лично, как бы, вот, дал понятие, вот, танца, который, ну, вот, являлся для меня в то время, наверное, совершенным, то есть, каждое движение, оно что-то значит, как его надо сделать. Потому что в человеческом теле, вот, да, в танце, красивая нога, красиво дотянутые пальчики, красиво открытая рука, красивый взгляд, улыбаться надо. Ну и вот как бы именно он меня, помню, учил улыбаться. То есть, ведь каждому направлению как раз-таки вот свойственны такие свои движения, да, и вот потому как вы даже общаетесь, наверное, можно будет понять, да, чем вы занимаетесь. Или как? Или в жизни это не очень заметно? Ну, натянутые пальчики – это 100%, да, наверное, классический, ага, танец. У нас, например, попорежье, наверное, да? Да, да, да. У нас, наверное, тоже больше ближе к классике восточный танец. Там тоже эстетика танца. Да, как ты правильно головку повернешь, как ты ручки красиво, носочек тоже дотянутый, это да. Без, ну, мне кажется, классика – это основа любого танца, да, даже, да, может, да, у вас. Вот, ну, хип-хоп, мне кажется, если брать там из... середины, да? Вот, какие, а можете очень характерные движения показать? Ну, хип-хоп. Например, вот я приведу, руки, я пока, да, не буду, классический, ага, танец, нога вывернутая, да, должна, ага, быть, насколько, ну, да, я, да, помню, когда я учился, да, да? Например, в джаз-модерне, там, да, в джазе, там не вывернутая опять позиция, опять же, но это опять же взято-то откуда? Такие Батман, да, Тандю, что в классическом танце, и что в джазе, и в модерне он. Ага. И вот не, у нас, наоборот, не вывернутые позиции, все. У нас ноги сюда прямые, прямо стоят, да. Вот как бы народам тоже проще заниматься. В том плане, что да, как бы есть позиции выворотные, но в народном допускаются и прямые позиции. Ну, есть, ну, танцы, да, где, да, да, это же народный танец. Да, как бы можно где-то завуалировать. Но все равно вот эстетика танца, эстетика сцены, она требует вот наличия и красивой стопы, фактуры. Да, вот осанка, чем мы похожи. То есть осанка у всех артистов, да, которые занимаются любыми видами танца, она должна быть. Это корпус, который подтянут, поставленная шея, да, ноги, как ты себя ведешь, да, как ты себя... преподносит. Это может быть даже не только на уровне мышечном, да, а еще на уровне, как сказать, вот у тебя внутри вот этого, да, вот, то, ага, есть я там бальный танец, я классический, я хорошо танцую, я умею себя показать. Вот, наверное, от этого еще зависит, да. До рекламы успеем принять звонок, поэтому оборву. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, у меня ребенок, он очень увлекается хип-хопом, ну как увлекается, дома у телевизора все время смотрит, а вот я смотрю сейчас передачи, интересно посмотреть выступления ребят, которые увлекаются хип-хопом. Может быть, какой-то концерт планируется, или где можно посмотреть ваше творчество? Вот Dance Future коллектив. Спасибо большое за вопрос. Да, это вопрос ко мне. Очень вопрос, кстати, между прочим. У нас как раз-таки намечается концерт. Концерт Dance Future 25 и 26 числа. Вы можете прийти, посмотреть. Ведь живые такие концерты, если наблюдать, как и народные, восточные, ведь больше площади. Да, ты увидишь, да, мое, я хочу.
Вот, хочу здесь попробовать. Кроме того, через телевизор сложно передать энергетику. Да, да, это все вживую надо смотреть, 100%. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами, пожалуйста, звоните, пишите нам на CQ и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики», и сегодня мы рассказываем вам о трех танцевальных направлениях. Это народные, восточные и современные танцы. Напомню, что гости нашей студии сегодня Александра Киселева, педагог и хореограф, который сегодня представляет восточные танцы, Елена Харченко, преподаватель народно-сценического танца Республиканской гимназии искусств, и Анатолий Киреев, руководитель студии современного танца Республиканского центра дополнительного образования. Вот, Анатолий, про ваш коллектив мы перед уходом на перерыв заговорили, раз... Вот. Пользуясь моментом, скажем так, давайте посмотрим небольшой фрагмент выступления, чтобы нашим телезрителям было, может, понятно, кто не знаком с этим направлением. Используется слияние разных танцевальных, наверное, направлений, потому что начало это не совсем как бы, ну, не ассоциируется у меня с хип-хопом. Ну, это просто номер зомби, как бы, типа Хэллоуин, там, ну, мешаем стилем, постоянно мешаем, то есть мы все время экспериментируем, то есть, когда готовимся к каким-либо чемпионатам, мы конкретно танцуем хип-хоп. То, что касается, скажем, коммерческой стороны хип-хопа для зрителей, да, то мы строим немножко по-другому. Ну, так же, как и мы. Тоже восточный танец, умудряемся мешать и с народным. Да, да. Угу. Вот я хотела, да, посмотрев вот этот вот видеоролик, фрагмент, да, как бы сказать, что вот наши дети гимназии искусств, они уникальны в том плане, что у них ведь предметы не только народный танец, классика, которая дает мягкость, основу, да, понимание, и современная хореография у них как предмет есть. И вот, ну, на 100% уверена, что наши дети, вот если бы им предложили станцевать данный фрагмент, они станцевали бы его, вот, возможно, совершенно так же замечательно, а может быть еще лучше. Что меня вот в этих детях, да, как бы вот тронуло, да, и трогает вот детей, которые занимаются в студиях, да, когда педагоги там вкладывают душу. У них очень сильный эмоциональный, как бы вот, да, ну, взрыв такой, подачи, желание. Да, вот девочка на переднем плане как бы показала вот это вот, вот глаза у нее горящие. То есть видно, когда человек вот... хочет, желает, да, и он как бы передает это. Потому что танец это прежде всего, скажем, это душа. Да, это вот. А переходите из стиля в стиль. Вот возможно направление. Вот занимался ребенок всю жизнь. На народными, вы сказали, скорее всего, освоит. А если вот наоборот, там, с младшего возраста, там, ну, лет с 10, вы, наверное, да, преподаете. Вот занимался хип-хопом и захотел... Народное сможет, да, я вот могу сказать однозначно. Ну, да, народное думаю, сможет, потому что как бы чувствование ритма, да, народный танец – это ярко выраженное чувство ритма, которое надо передать. То есть, да, внутренний ритм. Любой танец, чувство ритма наверняка... Внутреннее понимание, да, вот чувствование мелодики вот этой вот плавной, напевной или более такой экспрессивный характер, потому что вот когда ты хорошо музыку как бы чувствуешь, понимаешь, она тебя, ну, трогает, ты вот слушаешь, и ты вот уже вот, ну, не можешь, да, усидеть, потому что тебе хочется ее как-то выразить, да, человек эмоционально восприимчивым должен быть. Если человек амебный такой, да, меланхолик, флегматик, да, слабоподвижный, то, конечно, этого ребенка очень сложно, да, как бы, но в то же время, возможно, если он попадет вот эти вот обстоятельства, когда, да, вот его будет окружать, возможно, да, какое-то развитие. Может, наоборот, ему надо, да, подтолкнуть, чтобы он пошел на танцы, как бы бояться, и раскрылся. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Очень интересная тема, и я вот хотела поинтересоваться, а можно на восточный танцы записаться взрослого? Наоборот, бы очень хотела.
Спасибо большое вам за звонок. Куда вы не говорите, телефон редакции 725-400, такие вопросы я уточню. Ну вот в взрослом возрасте восточные танцы. Да, конечно. На восточные танцы ходят, как и маленькие девочки, но там стилизированный восточный танец, там, конечно, не такой уже танец женщины. Но в основном ходят зрелые женщины, даже не молодые девчонки. Молодые больше как-то на стрип, где открытая сексуальность, да, выраженная. А на восточный танец больше приходят даже женщины уже, наверное, за 30, вот так вот, потому что им уже есть о чем рассказать в танце, потому что это танец женственности, танец какой-то, не знаю, внутренней, ну, своей истории. То есть каждый танец, вот танец живота, это рассказ чего-то своего личного, пережитого, вот. Поэтому я даже рекомендую женщинам, ну, не знаю, там попробовать свою историю. Танцы. Может быть, у вас это получится. А вот фрагмент мы наблюдали, на самом деле, экспрессия у ребят, ну, вы этому, это все закладывается изнутри, есть это внутренняя подача самого ребенка, или вы всему этому научили? Может, научили, что надо язык показывать там как-то? Нет, это, возможно, кто-то скажет, что язык неправильно показывает на сцене, да? Ну, да. Если тут, я захочу показать что-то. Тут как бы кто-то и сам... Да, это и музыка, опять же, тебя заставляет работать лицом эмоционально. Отдача зала тебя идет, когда ты выходишь, а перед тобой там сидит человек 500, и все начинают тебе кричать, как ты лицом, ты же не можешь так, да, танцевать. То есть, они кричат, что делать, да? Ну, в репетиционном процессе. В репетиционном, естественно, вы отсматриваете, чтобы ноги, руки туда-сюда ходили. То, что касается старших детей, там не приходится, да, наверное, в большинстве объяснять, что по эмоциям нужно. Ребенок уже взрослый, сам переваривает музыку, и он уже выносит все это на эмоциональном уровне. Детям более младшего возраста, там, скажем, от 7 лет и там, ну, может быть, до 12, многим надо объяснять, что, как работать лицо. Потому что все равно это активный очень танец. Да, может быть, это немножечко физически тяжело, и ребенок может там зажать губы как-то, да, там интенсивно. Да, актерское мастерство. Жевать нельзя, как улыбаться, не натяжно, а от души. То есть, ведь они занимаются как бы искусством, которое им изначально нравится. И объясняют, что это все должно быть естественно. Вообще сцена, вот эпизод, да, на сцене происходящий, должно происходить все так, чтобы зритель, сидящий в зале, понимал, как будто это происходит на самом деле. Да. Как будто это вот эпизод из жизни. Это должно быть естественно. Да, и вот ощущение какого-то вот жизненного, да, исполнители должны как бы здесь зрителя в картинку эту погрузить. Да, вот прямо ощущение присутствия должно быть. Потому что если ты видишь испуганного, да, ребенка, ты тоже сидишь и вот так вот... Переживаешь, не веришь, конечно, да, там, что она там пытается что-то изобразить, а ты вот не понимаешь, а только видишь это испуганные глаза. Ну, а участие педагога, вот о чем вы начали, да, ну, как бы непосредственно, то есть, да, дети копируют своих преподавателей, то есть, это однозначно в маленьком возрасте, там, на все 100%, во взрослом тоже, как бы, когда они еще, ну, да, на выходе еще не выпустились, например, у нас, да, студенты, манеры. Они пока только формируются, их личная манера, да, как бы, она сформируется окончательно уже вот в более зрелом возрасте, потому что человек развивается, формируется под влиянием окружающих его творческих личностей. А характер детей в группах внутри, он разный или все-таки это дети, объединенные одним интересом? Возможно, вот именно потому, что у ребенка такой характер, он попал на хип-хоп? Или именно потому, что вот он такой, на восточные или народные танцы? Это тоже. Да. Мне кажется, мое мнение, я здесь не соглашусь, мое мнение, что здесь с разным темпераментом дети попадают. Они могут заниматься в одной группе, заниматься одним направлением. Темперамент абсолютно здесь, на мой взгляд, не имеет значения. Один ребенок спокойный, другой, как уже говорили, такой меланхоличный, да, его надо раскачивать, второй прибежал, дайте, включите мне музыку. То есть вот разные все дети. Вот в том проблема, их нужно всех связать в одну команду и вкусную конфету дать потом зрителю. Вот это вот. Вкусная конфета, что в этой ситуации будет? Похвала? Нет, зритель не увидит, вот этот меланхолик, а вот этот вообще это какой-то там... Задача преподавателя сделать так, чтобы дети выглядели достойно, все дети, независимо от их темперамента, чтобы чрезмерно активный ребенок не был... Среднюю вот эту полосу найти для всех и всех... Вот, раскрывая индивидуальности детей, да, всех детей, кого-то надо чуть-чуть утихомирить, потому что его темперамент слишком, да, такой буйный, а кого-то, наоборот, надо немножко, да,
раскачать, сделать более активно. Это делается с помощью какого-то настроя или вот расстановка в, на сцене, это тоже вам говорит о характере? Иногда ты делаешь замечание ребенку там. Тут немножко опаснее. Не то, что ты тут стоишь, кривляешься. Поспокойнее. Здесь поспокойнее. К другому подошел. Пободрее здесь. То есть, ну вот как-то так настраиваешь их потихоньку на волну. Ну, может быть, и расставишь их как-то так. Ну, Ярких детей всегда ставят вперед, чтобы на них. Ревнивость. Да. Те, которые поспокойнее, их сзади. Спокойствие, наоборот, является вот тем, что нужно. Да, то есть все характеры, все номера, они разные. Да. И где-то вот этот вот лирический образ, это вот просто находка для номера будет, какого-то конкретного. И этот ребенок раскроется лучше, чем все остальные, да, которые раскрывались в других номерах. Поэтому вот в народном это вообще может быть вот и здорово, что дети все разные, и у каждому ребенку ты находишь свой номер, который отражает его характер. Потому что сломать характер невозможно, да, и этого не нужно делать. Мы все индивидуальности, да, и вот надо раскрыть каждую индивидуальность и показать ее именно той индивидуальностью, которая должна быть. В чем секрет успеха? Вот именно вот ваших направлений, для того, чтобы добиться? В характере. В характере и работа над собой, работа с детьми. Личные качества развиваются у детей это максимально. Конечно. Собранность, аккуратность, целеустремленность. Да, вот, то есть ребенок формируется как личность на протяжении многих лет. И как у него, спортсмены, организовываются. До предела, чуть ли по минутам. У нас так вообще все рассчитано. Завтрак, уроки, да. Общеобразовательная специальность, обед, репетиции, и все это как бы вот на таком жизненном подъеме. Как измеряется этот успех? В чем? В количестве номеров, в которых ты занят, прежде всего. И в качестве. Да, в одном я номере занят или да. Во всех практически. Да, во всех. Да? Но у нас как бы занятость в номерах плохого может быть. Ну, то есть всех поднимаешь, все дети должны выступать. Наша задача, чтобы все дети выступали. Дети опять же по линиям танцуют, да? То есть это какой-то такой, скажем, своеобразный рейтинг для них. Меня перевели во вторую. Я в последний, да. Я в третий сегодня. Завтра я во второй, в первый. Вот это вот тоже немало значимое. Успеем еще один звонок принять. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Катя. Вот пришла буквально на обед, включила телевизор и смотрю программу о танцах. И вспомнила свое детство. Я занималась 1 класса народными танцами. И мне просто очень хочется передать слова благодарности вот преподавателям всем, кто там сидит у вас сейчас в гостях, за их терпение, за их любовь. Потому что действительно это такой титанический труд, как ребенку научить красиво двигаться на сцене, быть артистом. То есть, вот все. Спасибо им большое. И творческих успехов, и крепкого здоровья. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Вот первым словом прозвучало терпение. Вот его больше всего нужно, да? Терпение, это, наверное, педагогу нужно, потому что, как бы не всегда сразу всего добиваешься, и личности, детские личности, они тоже очень разные, и они как бы знают, как вот порой и педагогом можно манипулировать где-то характер, проверяют на стойкость, на прочность педагога, а педагога главное, как бы вот, педагог читает ребенка. Ребенок всегда в разведку поначалу. Да, в разведку. Он узнает себя. Да. Что можно сделать? Если я сейчас заплачу, что он будет делать, например? И вот найти он проверяет выход. Тебя, он тебя проверяет. Он привык дома, он заплакал, родители среагировали. Ой, не плачь. Или там другая реакция родителей. И он уже по этой всей системе и технологии приходит к тебе на этой же системе. Вы за девочка после первого занятия спросила, вы всегда такая добрая? Видите, что вы ответили? Ребенок начинает смотреть прежде всего не на внешний вид, а на личность педагога. Какой он? И какую-то систему для себя, наверное. В то же время дети как бы они четко понимают, при таком вот добром, слащавом педагоге результата это может и не быть. Да, и где-то они потом, педагог приветлив поначалу, очень приветлив, но дальше есть процесс, процесс работы. Требовать. Когда ты объясняешь, вот если мы так делать не будем, у нас не будет результата. А мы как бы две стороны, и педагог, и ученик, заинтересованы в результате, хорошем результате. Наша задача прийти к хорошему результату. Хорошо сдать экзамены, хорошо выступить, чтобы... Да, порадовать зрителя. Задача артиста, она очень высокая, да, ну, все артисты, получается, любыми вот видами, да, танцев занимающиеся, мы несем радость зрителю, радость, да, вот этого позитив, искусства, позитива, понимания
радость переживания, потому что это не всегда радость вот, положительных эмоций. Это бывает и как бы задевает за больное что-то, темы, которые на сцене раскрываются, они современны нашему обществу, жизненному пространству, и они бывают, конечно, разными. Но задеть, задача искусства, задеть эмоции, да, человека. Да. Даже если ты сложный номер, тяжелый показываешь по восприятию, да, задевая его, при какую-то социальную, например, проблему. Даже человек, который сидящий в зале, он будет переживать, но он не уйдет от тебя с плохим настроением. Он просто, может быть, лишний раз задумается об этой проблеме, да, и что-то для себя вывод какой-то сделает новый, да. Вот здесь еще тоже задача исполнителя именно раскрыть проблему для человека, который смотрит на тебя. Тоже, это мое, по крайней мере. Вопрос, который мы не успели обсудить, но очень мало времени до конца эфира, поэтому коротко попрошу ответить на этот вопрос. Когда выбирают родители вместе с детьми направление, танцевальное в том числе, наверняка они обсуждают для себя, насколько это затратно для них будет. Для танцевального направления первое, наверное, что встает, это костюмы. Вот насколько затратны ваши направления? Не знаю, у нас вот минимально, мне кажется, обуть ребенка, купальник, обувь, да, туфли, балетки, пуанты, да, если это балет, все. Остальное все прикладывается по ходу, то есть это не так затратно. Бальные танцы, наверное, это... Затратно. Если мы выезжаем на конкурсы, если вы хотите, чтобы ваш ребенок уже где-то там блистал, не просто для себя, да, участвовал в конкурсах, то костюмы... Надо быть готовым, да, что нужно... Одинаково, наверное, с бальными танцами. Мы на восточные начали копировать. Это и стразики, перышки. По поводу хип-хопа, я не знаю, все познается, конечно, в сравнении. Мне кажется, что это не столь затратно, но на месте родителя... Как бы никаких денег не стоит радость ребенка, на мой взгляд, да? Любые деньги отдашь за его эмоцию, когда он прибежит, будет улыбаться к тебе, например. Вот все на прикладывается. Никаких денег не... Когда уже есть вот результат, то родители идут. Ничего не жалко, да. Пора прощаться, к сожалению, время мимолетно пробежало. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы рассказывали вам о трех разных направлениях. И напомню, что в гостях нашей студии сегодня были представители, преподаватели этих трех направлений. Елена Харченко, преподаватель народно-сценического танца Республиканской гимназии искусств. Александра Киселева, педагог-хореограф по восточным танцам. И Анатолий Киреев, руководитель студии современного танца Республиканского центра дополнительного образования. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Сил, спасибо вам. И любви детям. Спасибо вам огромное. Всего доброго. А в следующем эфире программы «Случай из практики» мы говорим о предстоящих для учеников 9 и 11 классов экзаменах. О нововведениях в ГИА и ЕГЭ нам расскажет представитель Министерства образования КОМИ. Об этом в понедельник в 12:40. А пока хороших вам выходных и до встречи.